Ты знаешь, сейчас повсюду карантин. Останься лучше дома, как я и Константин. Знаете, до чего дошел уже? Что я пересматриваю передачи, в которых сам снимался. Рэпер Федук выдает новую песню. Записал дома между разрешенными прогулками с собаками. Давай останемся дома. Не скучает Илья Прусикин из Little Big. Докладывает: I'm okay. У меня все в порядке. I'm okay. В домашней обстановке спокойно можно, например, поприседать. Можно поджиматься. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. В домашней обстановке Артем Дзюба готов стать баскетболистом, хоккеистом, кем угодно. Тренирует сыновей – 7-летнего Никиту и 4-летнего Максима. Максим и Артем против мамы и Никиты. Итак, начинаем. Ничего не успевает дома Елизавета Боярская. Двое детей, приготовление еды, уборка, игры. Но на фотографии с мужем Максимом Матвеевым счастливая. Искренняя подпись. Восторг всем домохозяйкам. Они героини. На кухне вся женская половина семьи Татьяны Навки. Коллективно варят борщ. Свеклу трешь, а для чего? Для борща. Для борща? Помогаешь маме и бабушке? Дома Игорь Верник с сыном Гришей избавляются одновременно от пыли и от хандры. Игорь успел навестить своего отца на прошлой неделе, но общались через стекло. Сам факт, что мы увиделись, что мы можно было ваши улыбки, ваше наше общение. И я, правда, станцевать должен был, но сейчас уже не буду. Чулпан Хаматова, Александр Паль и Никита Кукушкин помогают старшему поколению. Они запустили благотворительную акцию «Я в помощь». Я, к примеру, внизу у себя, у вахтера, в подъезде оставлю вот такой вот стул с коробкой, с надписью «Помощь». Внутрь положу нескоропортящиеся товары. Я придумал и сделал коробку. А что сделаете вы?